Кубок чемпионата мира по футболу доставили в Россию. Кубок чемпионата мира по футболу FIFA 2018 доставили спецрейсом во Владивосток из Токио. Об этом во вторник, 1 мая, сообщает корреспондент Интерфакса. Трофей перевезут на центральную площадь города, где состоится церемония его приветствия. После этого начнется UEFA-матч, в котором сыграют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, уточняет агентство. В торжественном событии примут участие чемпион мира по футболу бразилец Жилберто Силва и супермодель Наталья Водянова. Кубок посетит еще 8 городов: Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.